Хей, йоу, гей, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3 Blood Dragon. Так, что у нас есть? Это, блин, сеточка, она меня бесит, она глаза сильно дает. Сведения, оружие, лук. Лук. Это лук. Если такое описание недостаточно, то садитесь играть вообще не стоит. Тогда играть вообще не садиться не стоит. Лучше почитать словари, например... Людей, которые не знают, что такое лук, надо из них и пристрелить. Но лук уже устарел. Ну и те вы. Так, не проблема, мы добавили не новую подсветочку. А что может быть современнее неона? За луком будущее. Да-да. С-400. С-400 новое слово в области разработки пластических взрывчаток. Веществ изобрел этот состояние так. Воспитатель детского сада, обнаруживший, что сырая глина под взаимодействием детского смеха и потом взрывается. С тех пор С-400 успела разочароваться весь мир, но продолжает продавать. Сейчас давайте лучше отдалюсь. Продолжает... Блядь, где? Так, продолжает продаваться благодаря агрессивной рекламной кампании под навязывающую музыку. Толстые смеющиеся дети потеют на показ под одобрительные взгляды родителей. Жуть какая. Все, можно подвигаться. Текст, ладно. Хотя бы у нас сразу здесь. Так, зеленая, значит, она безопасная. А у меня только лук. Как мне узнать показатель, видит ли он меня или нет? Так, у нас, если что, зачисточка. Уже только один. Зачистка аванпоста. Так, если отключить эту лазерную хрень, придут драконы? Да, отличный план. Вопрос только, как мне это замутить? Так, Г. Кубик. Как мне заюзать? А ну хотя 6. Ага. О, еще есть. Денежки. Эго-щиты базы отключены. Тревога. Эго-щиты базы отключены. Поехали. Вы там как, целы? Да. Но крови скоро будет очень много. О, все прямо точь-в-точь, как я люблю. Что за молния? О, сундучок, деньги. Ну, поехали. Это он не в меня пульнул. Так, ладно, нужно спускаться. А, тут еще один снайпер. Наверх он же не заберется. Напоминаю, киберсердца могут выманить дракона с базы.
Давай, кис-кис. Эй, вон, вон. Ладно. Это тебе. Смотри, сердце упало. Да, я не понимаю, он бежит постоянно. О, все. Готово. Кажется, все в порядке, сержант. Пора нам встретиться. Дайте координаты, и я выдвигаюсь. Координаты получены. Задача — встретиться с доктором Элизабет Дарлинг. Воу-воу. Годзилла. Как мне тебя убить? Готов. От него что-то хоть осталось? Блин, а чё? Я хочу, слышите, дальше полазить. Да, вообще тут бояться нечего. Сейчас бы бояться. Что? Вон, мне туда нужно. Наверх. Ладно, еще ты лучше включить. Эго-щиты включены. Так, оружие, ладно, у меня есть. Терца нужны. Мне нужны сердца. Сердца нужны мне. Стоять. Данные есть новые? Особые предметы животных тоже? В смысле? Я понял, значит, типа мне не засчитали то, что я убил его. Ученым, да, дали? Патроны, 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 оружие, патроны. Лады. Давайте дальше. Я до конца облутаю же здесь все. Ладно, поехали. Я должен уже скоро свободный мир открыть. Задача выполнена. Все в порядке? А, да, спасибо. Что это за твари? Возможно, реликты мелового периода. Мы зовем их кровавыми драконами. Слоун пил их кровь, и она усилила его киберсоставляющую. Он пил их кровь? Вы шутите? Нет, сержант. Это была бы неудачная шутка. Кровь сделала Слоуна намного сильнее. И уродливее. А зачем вы помогаете Слоуну? И зачем ему ракета? Не так быстро, сержант. С их помощью мы испытывали боеголовки с кровью драконов. Их? Есть еще красные копья? Сколько? Не знаю. Много. Думаю, Слоуну надоели эти испытания. Не хочу даже вспоминать, что эта дрянь делает с людьми. Поэтому он дезертировал. Слоун спятил еще раньше, сержант. Теперь у него есть ракеты, и одному богу известно, что он задумал. Что в шприце, док? Сила. Вы станете похожи на Слоуна. Только обойдется без побочных эффектов. Нет, док, не надо. Я дал клятву одной женщине. Своей жене? Нет. Это завет свободы. Побеждай без наркотиков. Ладно, так. У Слоуна 3 секретных объекта. Все крайне важны для его операции. Отправляю координаты. Свяжитесь со мной, когда будете там. Я сообщу подробности. Сделаю, док.
А как же вы? Вы в безопасности? Ну, пока Слоун не знает, что я с вами. Удачи. Готово. У персонажа есть здоровье. Они здесь. Рок-н-ролл. После освобождения базы открываются дополнительные задания в зале приключений. Дополнительные задания освобождения базы приносят мир и демократию, а также разблокируют два типа дополнительных заданий: спасение заложников и путь хищника. Оправдаем надежды фанатов. Вперед! Тихо. И не открывается? Жаль. И я тут. Нет? И тут? А, красными... Точно. Так что... Пятый уровень у меня. Все. Во время прицеля вам будет проще удерживать лук в неподвижном... Нормально. О, тихо, а что мне еще дали? Ведение, люди... Доктор Элизабет Вероника Дарлинг. Умная и красивая доктор Дарлинг бежала из Канады, ставшей радиоактивной пустыней, когда США и Россия устроили там ядерный хоккей. Она работала на дядю Сэма, создавая оружие против красных, но это было до того, как Слоу начал поглощать драконью кровь, словно жирный ребенок, дорвавшийся до торта. Дорвавшийся. Теперь она пытается остановить его словно. Так, словно. А не жирного ребенка. Так, фракции. Ученые. Ученые делают интересную жизнь всего человечества с тех самых пор, когда какой-то неандерталец заметил, что волосы горят. Без ученых злодеям остается бы разве что кидаться в окружающих камнями. Из-за доказательства, что 2 плюс 2 равно 4. Вас могли бы и на скорость сжечь. Так, ученые не только разнообразили жизнь, но и губят ее самыми разными способами. Зачем? Наверное, это все физика. Пес, не убивайте ученых. Хорошо, не буду убивать ученых. Так, разблокируем. Ладно, поехали. Спасение заложника. Цель миссии. Спасение заложника. Спасите ученого. Так, перебив всех солдатов Омеги в зоне задания. Будьте осторожны, если вас заметят, ученые будут все еще более мертв, чем рок-н-ролл. Глушитель. Спасите яйцеголового. Куда? Куда побежали? Все. Тихо, тут что-то есть, я хочу это взять. Сверху? Так, 200 метров. Побежали. Штормы какие-то. О, телевизоры. Я смотрю, может тут быть запас... Надеюсь, хоть флаги собирать не придется. Флаги это типа, я понял, отсылочка. Как оно, блядь? Не Far Cry. Флаги были в Skyrim. Почему Skyrim? Как он, блядь, называется? Assassin's Creed, о, вспомнил. Первую часть мы там же флаги собирали. Так, окей. База данных. Ну, типа ролика покажут или что? Телевизоры. Телевизор найден. Телевизор. А, и все? Ним никак не взаимодействовать. Жаль. Первый вопрос. Что-то есть там? Нет. Но я могу дышать под водой бесконечно. Это плюс. Это огромный плюс на самом-то деле. Перебейте киберсолдат группы Омега тихо. Иначе они сами перебьют заложников. Сатина. Стелс я люблю.
стелс. D20, он же DICE, отличный способ отвлечь вражеских киберсолдат. Дайс? Что за дайс? Так. Сохранить игру могу? Нет. Настройки. Элемент управления. Клавиши. Ай, вспомнил, что за дайс. Нужно говорить кубик, а не дайс. Так, значит, мне нужно как-то так обмануть. Зайти в спину, да? Легко сказать. Легко сказать. Хотя здесь можно было, блин. Они потом обратно же пойдут, потом меня увидят. Это плохо. Короче, нужно, чтобы вот этот отвернулся и смотрел в ту точку, куда он смотрит. Все, отлично. Сейчас покажу, что я задумал. Тоже что ли услышал? Блин, а как вы это представляете? Вообще-то меня еще не заметили. Замечу, что меня еще не заметили. Готово. И кого здесь заметили? А ну-ка скажите мне. Никого тут не заметили. Так, сердца мне пригодятся. Только, блин, я тогда собрал много сердец, меня все забрали. Так, это же другой транспорт. Да, это другой транспорт. Отлично. Не боись, что? Ты спас меня, ура! Я тебя головы спас. Чтобы использовать систему мгновенного перемещения Кабаяси, откройте карту, выберите освобожденную базу и нажмите соответствующие кнопки. Слушайте. Кабаяси. 85% точности и всего 10% генной деградации. Так, мгновенное перемещение. Вернитесь на базу с помощью мгновенного перемещения. Экономия времени и избегая ненужных шума. Нет, я не хочу, деньги тут лежат, алло. И что мне дальше? И сделал. Ладно, двойной клик нужно было сделать. Как и положено, дополнительные задания – это источник приспособлений и кредитов. Загляните в магазин. Пушка – лучшая защита, особенно здоровенная. Патроны заканчиваются раньше, чем враги?
Не забудьте заглянуть в магазин на ближайшей базе и купить все, что нужно. Давай, давай, магазин. Градус за спасение ученых магазина обновляется, хотя мы и с презрением относимся к современной кредитно-денежной системе. Все-таки идите туда и купите глушитель. Удерживать надо. Так, расходный материал. Ладно, оружие. Ах, они же не отстанут от меня. Все, глушитель, изи. У меня 4 куска есть. Расходный материал. Аптечки найду. Карта сервера. Так, оружие. Боезапасы. Стрелы странные. Инна. Дэшка. Оружие. Я хочу глушитель на все. Ладно. А сюда мне лучше не прицел, а магазин побольше. А не, лук, вместо лука я ничего не хочу. Освобождайте базы, получайте доступ к магазинам, новым заданиям и точкам мгновенного перемещения. Дополнительные задания принесут вам приспособления, оружие и патроны. Все это сделает вас счастливой машиной смерти. Хорошо. Что здесь такое светится? А, непонятно. А, генератор я уже взорвал. Так, задача охота. Погнали на задачу эту. По идее, я могу падать с любой высоты. Да, я не сдыхаю. Все, отлично. Это просто потрясающе. Охота. Лазерный прицел. Берем. Чего? Важные птицы. А? Вперед. Патроны у меня на все есть. Да, нормально. Дробаш, конечно, прикольный вот этот. А, я тебя понял. И какую птицу мне нужно грохнуть? Замечено. О-о-о! Вот тварь. Гамнюка. Ого, их там. А вот это лучше. Я понял. До свидания. До свидания. До свидания. Может, дракона попытаться убить? Ой-ой-ой. Это тебе.
Плевать, если они меня увидели. Я хочу его убить. Еще один сгорел на работе. Если я его убью, мне дадут животное, так? Нормально, сойдет. Давай, давай, давай. Нормально, живу. У нее слабое место, я вижу, на центре. Тихо, тихо, нормально, нормально. Бум! Минус дракон. Новый уровень. Если что, нужно убьют. Бью с пистолета. Тихо. Стою десятки миллионов и занят вот этим. Что это за андроиды какие-то? Это роботы. Пойдешь сюда, взорву. Я предупреждал. Ладно, походу нужно отсюда сваливать. А где его друг? Я только его вижу. Выбираем, что не ихнее, мое. Вложу в работу все сердце. Тихо, тихо. Минус снупер.
Нет времени представляться. Придется тебя просто убить. Люсик. Мне нужны патроны. Почему они на своих же нападали? Что-то напоминает. Ага, машина. Хорошо. Мне всего лишь нужно резко выскочить, убить одного. Раз, два. Готово. Звезды из глаз. Забираем сердце, телепортируемся нахер отсюда. Поехали. Да, наверное, перемещение. Теперь можно, в принципе, глушак сделать себе супер пекаль. Так, чего? Точность. У нас точность. Не сказал бы, что именно лазер тут так мне нужен. Так. Оружие. Оружие. Мобильность. Хотя, блин, лазерный прицел, я не думаю, что он мне нужен. Глушитель я поставлю. Закупимся патронами на следующую серию и можно кончать. Да. Все, давайте тогда на этом закончим. А хилки что, тут не продаются? Расходный материал. Готово. Бронежилет купим. Для дела. В принципе, нормально. Можно на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.